Сначала я обсупился, а дедушка насупился. Потом я обтворожился, а дедушка встревожился. А после я обчаялся, а дедушка отчаялся. Тут мы под кран наведались и с тряпкою набегались. На самом деле здорово мы с дедом наобедались. Михаил Яснов. Есть у кровати спинка, а у чайника носик, а у тумбочки ножки, а у кастрюли ручки. А в этой большой кастрюле есть очень вкусный компот. А у меня и ножки, и ручки, и носик, и спинка, и вот еще что, очень голодный живот. Мой котенок Черноушка, как назвать его? Чернушка. Мой котенок Рыжа Спирка, как назвать его? Рыжинка. Хвост как белая кудряшка. Мой котенок, ты Беляшка. Мой котенок отзывается, мой котенок так старается. И меня учат, и мяучат. Колечки. У нас овечки завелись, у них колечки завелись. У каждой из овечек по 1000 колечек. Овечек мы постережем, а их колечки пострижем. И свяжем из колечек фуфайки для овечек. В такой одежде шерстяной совсем не холодно зимой. Гуляют по лужайке пушистые фуфайки. В джунглях тигренку не спится, говорит ему мама-тигрица. Спи, мой теплый котенок. А в доме котенку не спится, но кошка не будет сердиться. Носом котенка потычет и промурлычет. Спи, мой храбрый тигрен. Все мамы на свете такие, как эти. И если ночью не спят их дети, они усыпят их снова. Полижут, погладят и быстро найдут самое доброе слово. Я иду пешочком. Я иду с Миской, а я иду с Мишкой. Я за Малиной, а я за Мариной. Я иду пешочком с Миской за Малиной. Я иду пешочком с Мишкой за Мариной. Стихотворение называется «Кто что несет?». Семен портфель несет в руке. Павлуша двойка в дневнике. Сережа сел на пароход. Морскую вахту он несет. Андрюша ходит в силачах. Рюкзак несет он на плечах. Задиру Мишу Петр побил. Несет потери Михаил. Семен не закрывает рот. Он чепуху весь день несет. Утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Скучала, зевала, да лапу лизала. А мимо кисуни крысуня бежала. Сказала крысуня: «А что за манера, скажите? Ну кто так зевает без смеха? Запомни, вам понять, что лапою надо свой рот прикрывать. Тому же какая привычка дурная облизывать лапу, какой не знает. Запомнить вам, понять. А посмекопа нельзя лежать. Ну же, какая поза у тебя. Не так ли? Ни гордости нет, дорогая, ни капли. Запомнить вам, понять».
На улице? То на улице надо красиво лежать. Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Зевала, скучала, тихонько урчала. Внутри у кисуни крысуня молчала.